Земля! Идем, серый бездельник! Не хватает их! Только не забывай за край света! Бешеный Джек-пират. Неприятный инцидент со снежными троллями. Здесь так холодно, что у меня зубы сводят снаг. Вперед, марш! Мы надолго сюда, капитан. Нам надо доставить машину для мороженого. Зачем им здесь мороженое? Всюду лед! Не стоило браться на это! Да, но нам опять было нечем платить за аренду корабля, и злой Вилли сказал, или мы доставим машину для мороженого его другу Снежному Султану, или он свернет нам шею и отберет судно. Да, ты прав. Фу, не знаю, что люди находят в мороженом. Сэр, можно я поднимусь и... Я слушаю, Снаг. Погреюсь. Да, только недолго, Снаг. Чем меньше времени мы проведем в этих снегах, тем лучше. Капитан, какие-то странные морковки торчат возле борта. Что? Что ты бормочешь, Снаг? Ты мозги отморозил? Эй, нужно просить разрешения, прежде чем подняться на борт. Как ты сумел разморозиться, Снаг? Потом расскажу, капитан. Снежные тролли украли машину для мороженого. Что мы скажем Снежному Султану? Знаешь, Снаг, в таких случаях ничего другого не остается, как только молиться и уповать на помощь свыше. Простите, вы правда надеетесь, что Бог спасет нас? Нет, ложь спасет. Бешеный Джек-пират, мой верный друг! Злой Вилли сообщил о вашем прибытии. Прошу, прошу вас, мой снежный дворец. Надеюсь, груз с вами. Мы этот вопрос успеем еще обсудить. Сначала нас накормите. Мы голодны. Ну, конечно. Идите за мной, и я устрою банкет в вашу честь. Хорошо, хоть наемся. Да, всегда лучше поесть перед разговором, правда, Джек? Да, да, но вы позволите мне немного поспать, прежде чем мы приступим к делу. Хорошо, мои слуги проводят вас в ваши покои, а я займусь приготовлением мороженого. Неужели? Вы не представляете, как любят мороженое в нашей стране. Да, я вас хорошо понимаю, но я очень устал. Мороженое подождет. Почему вы не отдаете мне мою машину? Я ее заказал. Несите ее, я хочу мороженого. Мы все хотим мороженого. Мы хотим мороженого. Идем, Снаг, принесем им эту машину. Мы не можем ее принести, потому что снежные тролли украли ее у нас.
Что? Снежные тролли? Ага, это все объясняет. Так вот, почему вы сразу не отдали мне мою машину? Она у снежных троллей. Да, да, они ее взяли. Они просто одолжили ее. Я уверен, они ее вернут, если их попросить. Не возвращайтесь, пока не заберете машину. А если не найдете, то лучше вовсе не возвращайтесь. Учтите, ночи здесь очень холодные. Снак, я мерзаю. Дай мне майку. Но, сэр... Снимай! Ну ладно, подкинем монету. Если выиграю, то не разденусь? Да, да. Ладно, хорошо. Ладно, кидай. Бросил. Как всегда, я выиграл. Снимай майку. Вы точно выиграли? Да. Держите, вы давно меня не обманывали. Все, мы пропали. Мы не выберемся отсюда. Никогда. Замерзнем до смерти в далекой снежной пустыне. В каких только переделках я не бывал, но это хуже всех. Вы бы вспомнили остров Чаровницы Виктории, сэр. Да, но мы выбрались оттуда. А отсюда нам одна дорога в ледяную могилу. Как искать этих трех снежных троллей, сделанных из снега, если все здесь в снегу, и кроме снега ничего нет? Нет, нет, нет! Что? Вы сказали, что, сэр? Вы что-то нашли? Смотри, это заледенелая штука, почтовый ящик. А? Какой ты идиотизм! Знай, Снак, когда мы покончим с этими снежными троллями, мы заберемся в их логово и... Вы поступили очень неосторожно, когда нашли этих снежных троллей. Неужели, придурок? Капитан, что они с нами сделают? Наверное, они собираются нас съесть. Сначала заморозят нас, а потом съедят. Фу, они неразборчивы. Сожрут нас сырыми перед телевизором, смешав предварительно с кубиками льда. Это плохо. Лучше бы они нас поджарили. Ну, разумеется. Эй, ты подал мне замечательную идею. Вы собираетесь нас съесть, да? Замороженными, надеюсь? А жареного вы не едите, да? Но людей лучше всего поджарить. Они так гораздо вкуснее. Даже вкуснее мороженого. Вы многое потеряли, мой снежный друг. Но у них нет решетки для барбекю. Смотрите, капитан. Товары по почте. Все сюда, все сюда, не смущайтесь. Теперь зажигаю. Подходите ближе, чтобы лучше видеть. Снежных троллей. Вас посетила блестящая идея. Она спасла нам жизнь, капитан. Да, конечно. Теперь бери машину для мороженого и пошли к снежному султану. О, нет, сэр. Тролли уже съели все мороженое. Это плохо. Добавьте воды. У меня есть идея. Получите мороженое! Держите свой аппарат! Капитан Джек, я думал, что вы уже замерзли в снегах, но вы принесли это чудо! Да, это было нелегко, уверяю вас. Вы смельчак. Я больше не верю жутким, кошмарным и отвратительным слухам, которые о вас всюду ходят. Да, я заметил, смелость спасает, когда твоя жизнь находится в опасности, ваше величество. Теперь мы свободны? Вы не хотите насладиться плодами своего труда? Простите, мне их совсем не хочется. Замороженные плоды хороши на каком-нибудь тропическом острове, куда я отправлюсь, как только выберусь из льдов. Прощайте. Но как она работает? О да, чуть не забыл. Добавьте воды и поверните ручку. Тысячи ледяных, спасибо. Может, мы когда-нибудь еще встретимся? Да, только не в ваших снегах. Идем, Снак. Снак, шевели лапами. А почему вы не захотели съесть мороженое? Вот почему.
Знакомство с крабами. Знака, другого способа нет? Капитан, если мы хотим найти эту розовую жемчужину, надо опуститься на дно. Я не умею плавать! Мы же будем сидеть в субмарине и с помощью карты искать подводное царство. А затем проникнем в замок и похитим розовую жемчужину. Ты думаешь, я опущусь под воду в этой кастрюле? В ней безопасно, капитан. Ты уверен, что мы не погибнем? Клянусь жизнью, капитан. Ты мне поклялся, запомни это. Готовьтесь к смерти. Я пошутил, капитан. Это не шутят. Идите сюда, капитан. Зачем? Нам пора сверить курс. Какие свои шуточки, Снак? Я отлично слышу, мы в двух шагах друг от друга. Да, сэр, нам пора сверить курс. Судя по всему, подводный замок близко отсюда. Вот он, капитан. И как мы туда попадем? Вплавь? Мы наденем эти костюмы и пойдем прямо по дну. Пешком? Да, сэр, и это не страшно. Под водой все ходят в водолазных костюмах. И ничего не случается? Нет, капитан, надевайте и в путь. Я чувствую, что пожалею об этом. Ой, Снак, как здорово, я не промок. Что это? Ого. Что с тобой? Я думаю, нам не стоило есть гороховый суп за обедом, капитан. Знаешь, что происходит? Я не могу дышать! Мне нужен воздух! Я не чувствую ног! Знак, сосредоточься, что делать? Нам, капитан, с помощью гарпуна надо скорее возвращаться на лодку. Ты сдурел, не направляй его на меня! Знак, я уже говорил и снова скажу. Странно, что никто не охраняет вход в замок. Тебе не кажется? Знак, сэр, я думал, вы знаете мое имя. Мы обнаружили этих типов у входа в ваш замок, ваша властность. Дерзкие нарушители, что привело вас в наше владение, в наше подводное царство, млекопитающие? Мы пришли украсть ваш ор. Мы заблудились. Может быть, ваши гвардейцы окажут любезность и проводят нас к выходу, чтобы мы вам не мешали. Исключено! Вы нашли наше секретное подводное царство и теперь не уйдете. Тоже мне умники. Нам придется скормить вас живьем нашему морскому чудовищу Вайноне. Выйдите в тюрьму. Живо! Кошмар! Мне страшно, я боюсь. Да, но если бы этот краб решил отдать нас на съедение своей родне, было бы пострашнее. Нам надо отсюда выбраться! Отсюда не выбраться! Кто ты? Я Чак, искусственный краб. Искусственный краб? Да, я пробрался сюда, чтобы познакомиться с настоящими крабами. Но они не захотели, потому что я искусственный. И меня заперли сюда! А, я не знал, что есть искусственные крабы. Откуда ты взялся? Я не знаю. От других искусственных крабов, наверное. Но если ты произошел от других искусственных крабов, это значит, что ты на самом деле не искусственный, а настоящий искусственный краб. Хватит! Ты меня совсем запутал! Я всю свою жизнь мечтал быть настоящим крабом! Ради бога, прекрати ныть! Я думаю, как выбраться отсюда! А чем ты здесь занимался? Так, ерундой! В основном выгрызал ключи из рыбьих хребтов! Как интересно! Это здорово! О, да! Почему ключи?
Может, потому, что у меня есть тайная мечта когда-нибудь стать хорошим слесарем. Приятно иметь мечту. Конечно. У тебя все ключи такие разные. Очень трудно сосредоточиться, когда рядом постоянно кто-то бубнит. О да! Есть большие и маленькие. О, этот ключ очень похож на тот, которым тюремщик открывал дверь нашей камеры. Да брось ты его! Посмотри на этот! Он очень красивый. Эй, дай-ка мне ключик! Он очень красивый. Мне нужен тот, который подходит к замку нашей камеры. Вот он, капитан. Открылась! Чак, ты замечательный краб. Ты молодец, ты просто чудо. Спасибо. А что я сделал? Ты сделал ключ, который открывает замок. Запомни этот день, Снак. Сегодняшний день бешеный Джек-пират может назвать счастливым! Наконец-то судьба проснулась и повернулась к нему лицом! Это... Подержи! Это день, когда... Когда он был съеден гигантским морским моллюском! Идемте, заключенный! Час настал! Водоросли! Светлые водоросли! Ледяные! Черви! Большие сочные черви! Отменные свежие черви! Эй, вот гуппи! Вот гуппи! Вкусни, привкусни, гуппи! Барашки морские! Хрустящие барашки! Планктон, бенетопланктон! Он обеспечит ваш организм всеми нужными витаминами! Жители подводного царства! Мне очень приятно открывать нынешние летние соревнования по безмятежному плаванию. Воздоревнования этого события, враждебные нашему миру существа, сейчас будут заживо съедены нашим гигантским моллюском Байпаны. Начнем игры! Что же так делать, как избегать съедения? Похоже, это оно, капитан. Это? Что это? Моллюск? Знак, ты даже глупее, чем я ожидал! Но как мы избежим съедения? Смотрите, каких он размеров! Мы парочка ослов, иначе вас не назвать! Ведь это обычный моллюск! Моллюск! Для того, чтобы избежать съедения, не надо к нему подходить, открывать его створки и прыгать внутрь! И только! Искусственный краб! Невкусно! Я должен помочь друзьям! Если не выплюнешь моих друзей, я снова прыгну в твой рот! Капитан, выпустите жемчужину! Нет, это редкость, Снак! Она будет моей! Чак не сможет нас долго тащить, капитан! Снак, смотри, она прекрасна! Капитан, мы должны отпустить жемчужину! Какой ты все же зануда, Снак! Скорей, сэр, лезем на борт, пока нас не поймали! Розовая жемчужина. Я держал ее в своих руках. Держал в своих руках. Живо неси ужин, Снак. Я просто умираю от голода. Что это? Это искусственный. Снак, ты сдурел? Ты сварил бедного Чака, да? Конечно нет, капитан. Он на палубе. Тогда что это? Искусственный черепаховый суп. Отдай мою пальто.